Привет, народ, с вами Варчик. Сегодня я вас познакомлю со своей любимой пушкой в игре PlayerUnknown's Battlegrounds из класса штурмовых винтовок. Это SCAR. Он мне очень нравится, просто не могу, блин, как я люблю, когда нахожу эту пушку, если еще обвесики на нее повесить, это просто шикарная пушка. Просто шикарная. Ближняя, средняя дистанция, никто не вывезет эту пушку, это просто капец. Единственный, кто может посоперничать с этим оружием, это гроза. Но гроза не будет валяться вам просто так под ногами. А SCAR может вывалиться в любой будке. Для начала давайте познакомимся с этим оружием поближе, что оно из себя представляет. Для начала я вам составил такую вот табличку, куда сколько урона прилетает из SCAR. Мы видим, что если стрелять по голове, то в принципе 2-3 выстрела вам хватит. Это все, что вам нужно знать, потому что на средней и дальней дистанции не всегда будете разглядывать, а в каком там шлемчике бежит враг. Просто знаете, что при такой скорострельности, как есть у SCAR, пара выстрелов точно в голову хватит вполне. Но если мы посмотрим еще на тело и бронежилеты, то там уже немножко печально, потому что в третий бронежилет 6 выстрелов, это конечно жестко. Во второй бронежилет 4 с хвостиком, то есть получается, если у врага полная хп и вы стреляете ему в бронежилет, то вам понадобится 5 выстрелов. Но если у него хотя бы чуточку не хватало хп до того, как вы начали стрелять, то вам хватит и 4. Что касаемо первого бронежилета, то там в принципе то же самое. Вам понадобится 4 выстрела, но если у врага чуть-чуть хп не хватает, то и 3 хватит. Без бронежилета 3 выстрела. При такой скорострельности и хорошей стабилизации, которая есть у SCAR, плюс автоматический режим огня, эти 3 выстрела в голову, а то и 2, либо 4-6 выстрелов в тело, это в принципе очень быстро происходит. Данный обзор затеялся, потому что весь интернет забит всякими там табличками. И открывая эту табличку, одну из них, мы можем предположить, что одна пушка более интересная, другая менее интересная. Но если мы зайдем в игру, то все эти циферки не очень имеют под собой какое-то право на жизнь, потому что, глядя на циферки, мы понимаем, что М416 стреляет быстрее и имеет лучшую стабилизацию сведения. Но если мы зайдем в игру и постреляем на автоматическом огне из той и с другой пушки, поймем, что М416 кучной стрельбы имеет намного хуже, чем у SCAR. Поэтому играть со SCAR намного легче, да и на один обвес для SCAR нужно находить меньше. Да и в принципе, играя даже без обвесов, SCAR намного лучше, чем М416 в плане кучности и стабильности стрельбы. 416-ю М-ку кидает на самом деле очень сильно. Имея среднюю скорострельность среди всех остальных штурмовых винтовок, но при этом при всем лучшую кучность и стабильность стрельбы, SCAR для меня является фаворитом, поскольку реализация урона намного выше и намного стабильнее. Повышенный урон АКМа не дает гарантию, что ты убьешь врага, поскольку в него надо попадать, а не просто высокий урон раскидывать вокруг него. Поэтому АКМ мне нравится меньше. По поводу М416. У нее повышенная скорострельность, но опять же, урон такой же, а кучность стрельбы хуже. И опять же, реализовать весь этот потенциал скорострельности сложнее, поскольку ты хуже попадаешь. Поэтому SCAR для меня это, наверное, лучшая штурмовая винтовка в этой игре, поскольку, имея среднюю скорострельность, имея очень классную точность, кучность и вообще стабильность в стрельбе, ты вливаешь почти все патроны с уроном. И это важнее, чем просто быстро стрелять, но мимо, или просто стрелять высоким уроном, но опять же мимо. Я не говорю, что с другими пушками играть нельзя, с этой для меня легче. Да и я думаю, вам тоже будет легче с ней играть, если вы попробуете. По поводу обвесов, какие обвесы сюда стоит вешать? Все очень просто. Обойму увеличенную. По поводу ручки, какую использовать? Скажу вам с вероятностью на 100%, что
угловая скошенная ручка в миллион раз лучше, чем прямая. То есть угловое цевьё лучше, поскольку кучность стрельбы будет в разы лучше. Она улучшает стабильность оружия не только в отдаче вверх, но и по сторонам. Поэтому на автоматическом огне вы будете стрелять почти все в одну кучку. Очень маленький разброс патронов будет, и все будет лететь очень шикарно. По поводу передника, что туда повесить? Очевидно, что пламегаситель здесь самое слабое звено, но даже с ним стрельба будет, в принципе, нормальная. Да и вообще без передника тоже тут отдача очень слабенькая. Но по поводу компенсатора и глушителя, очевидно, что компенсатор лучше всего сделает вашу стрельбу стабильной, и с ним вообще никаких проблем не будет влить всю обойму прям идеально. Но глушитель тоже немного компенсирует, и с ним стрелять тоже будет очень хорошо. При этом при всем он еще и делает ваши выстрелы тихими. Поэтому в разных ситуациях компенсатор и глушитель можно менять, если они у вас есть оба. Если нету, то просто носите то, что у вас есть. В принципе, все. Если вам понравился данный обзор, то я продолжу данную рубрику. С вами был Варчик, играйте красиво. Пока!